что недавно ему 20 лет исполнилось. И раньше он выступал именно за дубль Шахтера, за Шахтер Ю-21. Прострел-то какой хороший! О-о-о! Какая атака удается Шахтеру! Здесь мы заговорились, но всего одна передача. Перевод на правый фланг. И Айдоста Тыбаев, оказавшись на острие атаки у Шахтера, открывает счет в этой встрече. Окжитпес не лучшим образом обороняется. Мы говорили о проблемах, и вот они и возникают. Вот они и явно себя и показали. Видим, что защитники не поспевают почему-то ни за Зошиком, который простреливал, ни за Айдосом Татыбаевым, который устремился вперед именно по центру. Нет, это Алимбаев простреливал, друзья. Вот этот юноша, который только совсем недавно оказался в старте, сейчас отдает голевую передачу. Ну, а Айдос Татыбаев теперь дает явно задуматься Алексею Еременко, что может он конкурировать на равных с Дауренбеком Тажимбетом. Не забываем, что есть Уралхан Умертаев. И вот именно с атакой, в принципе, наверное, у Шахтера все может быть хорошо. Фигурно так подставил правильно щеточку и прямо в угол ворот Саши Томенковича попал Татыбаев.